Всем привет! Да, привет, привет всем. Софа не слышит в наушниках. Привет! Привет, скажи! Мы уже позавтракали. Животы полные. Паша говорит, все, я не могу. Сейчас, говорит, до дивана дойду и все. И больше ни на что не способен. Буду отдыхать. А у нас уже прошел сильный дождик на улице. Прям вообще вчера был, сегодня прям хорошо прошел. Ты, кстати, это обещали попал? Грозу, да? Обещали. Кстати, да, я погоду смотрела, показывали только грозу, дождя не было. Ничего. Ничего? Давай. Фронт работы я показала тебе. Ну, пускай пусть завтра минут 10 посидит. Минут 10? Кстати, попросила Софию, чтобы она вещи перебрала. Паша уже съездил в поликлинику, сделал свои дела все. Теперь в пятницу надо ему за заключением будет поехать, и все. У нас опять дождик прошел. Прям сильный был ветер, сильный был. Сейчас чуть-чуть успокоился. София тут вещи перебирает, помогает. Паша пошел спать, отдыхать. Рано утром проснулся сегодня. У нас опять пошел дождь. Прислали видео мне знакомые. Часть Краснодара топит. Все в воде, там вообще просто не видно дороги. У нас пока еще ничего, нормально все. Все, позвонил, поговорил? А что такое настроение? Не в твою пользу? Да ты моя сладенькая. Что делаешь, дочь? Готовлю кушать. А что готовишь, лапунь? Суп подогреваю, хочу папе мне чай сделать, и салат хочу сделать. Ты моя солнышко. А что еще чай? Ой, этот суп не подогрелся, Зай? Я его выключила. Сейчас салат почти сделала, да, Зай? Да ты умничка какая. Всех пап. Что, можно уже кушать, Соф, приходить? Да. Смотрите, что она, София, нам стол накрыла, супчик разогрела. Сделала сама салатик. Папе даже чай сделала. Конечно. Горячий чай? Ну, такой. Нормально? Хороший. Умничка какая. Умничка, еще посуду моет, ну вообще. Так, мы будем ужинать. Всем тоже пожелаем приятного аппетита. Приятного аппетита. И всем хорошего вечера. Без щипания, давай. Давай без щекоток, давай. Давай без щекоток. Ага, хитрая тут. Иди. Смотри, сюда вышли. Что, бешено нашли? Всем привет. Мои пошли в магазин. Бутеры София захотела. Пойду для бутера все купят. Все, давай, слушайся папу. София с папой пришли уже. София своими делами занимается. Папа там на балконе вещи свои убирает. Так, а что они купили? Купили вот такую вот колбаску. Потом София взяла себе ветчину. У нас закончился кофе. Так, это что? Это плавленый сыр, обычный сыр и хлеб-тостер. Угу. Сейчас, наверное, хлебушек чуть-чуть обжарим, прям чуть-чуть слегка. Вот, колбаску сверху, сырочек, такой сырочек нормально. Просто уже яйца надоели, блин.
Вот. София говорит, кашку не хочу, давайте бутеры. Так что сейчас будем готовить. София пошла за помидорками. Вот, папа тут сейчас хлебушек жарит. Сейчас будем завтракать, а я пойду постельку убирать. Неужели мы сели позавтракать? Наконец-то. Зачем он бутер в моду? У тебя что там такое, сок? Рад желудка. Плавленый сыр, ветчина, помидорчик и огурчик. А, это плавленый сыр у тебя так? Пальцы все в рот. Тебе дать руки вытереть? Нет? Пока не надо. Молочко пьет. У нас тут вообще... Ой, папа сделал маме бутерброд. Кушайте, пожалуйста. Ты мне два, что ли, сделал? Да. Нет, давай с тобой, вот, один тебе, другой мне. Я один съем, если наемся, то все, если нет, то сделаешь еще мне. Давай? Ладно, друзья, мы будем уже завтракать, папа очень сильно кушать хочет, злиться. Всем желаем тоже приятного аппетита. Всем приятного аппетита и хорошего всем дня. А, это твой бутерброд, да? Классно. Ну как у тебя может быть диета, и ты кушаешь жареный хлеб? Такая особенная диета. Моя личная. Твоя личная? Да. Понятно. Ладно, друзья, мы будем завтракать. Да, всем приятного аппетита. Хомяк наш. Можно какие угодно можно светочки нарисовать. Блесточки добавить, чтобы было, чтобы блестело. И вот такая картина у нас получится. Вот эти большие облачка. Сначала мы делаем... Какие? Сначала делаем серо, потом черненьким, потом дождичку, опять серненьким. И вот так везде. А вот эти вот типа звездочки, сначала нужно губной помадой сделать. А потом тенями серыми вот так поделать. Это как-то сезон, у нас получается ночь. Ну, короче, ночь такая у нас получается. Угу. Классно. Пап, тебе понравилось? Угу. Очень? Великолепно. В школу играем. Можем нас надеть. 79. Можем нас надеть. 76. 79. 79? 54, 56, 62. Правильно. Сколько? 3 умножить на 9. Папа, ты что, тебе так глухой? 27. Правильно. Пятерка. Нет. Двойка, пятерка. А за что у меня два? Двоечница. Чё ты это? Ты в таблице умножения не знаешь, не отвечаешь. Вообще. Конечно. У тебя уже вторая двойка. Ага. Ну как? Вы нечестно ставите оценку. Это честно. Нет. Два. Два. Пять плюсов за что? За что я отвечала? Когда? Не подсматривала. А я куда подсматривала? Так. Я в другую школу перейду. А какое число сегодня? 29. Все равно, какой день. Просто замкнула, чтобы писал. У нас был текст. Какие у тебя были ошибки? Я за ошибок пишу. У тебя... Сейчас я уже посмотрю. Вот же 5 поставили за ошибок. Но тебе просто нужно работать еще долго.
получить твердый пятерку. Хорошо. Без плюса. Чтобы у тебя было с плюсом, чтобы у тебя... Так поставьте плюс. Нет. Я поставила 5 обычных. А что, трудно с плюсом поставить? Я поставила 5 обычных. Нужно, чтобы я видела, как это работает. А я видела, как ты у кого-то спрашивала, как это написать, как... Так у кого спрашивают? У нее что спрашивают? Я сама не знаю. У меня спрашивают. Вот у тебя сосед сидит. А, вот это что? Ну вообще молчит, сидит постоянно. Чё там за сосед? Седьмого класса молчит, сидит. Ой, не могу. Ага, и чё? Он у него что ли списывал? Я не тебя спрашиваю. Простите. Выгоните её с класса вообще, она отвлекает. Хочешь, чтобы я тебе 2 поставил? Можно да. выйти? После урока, на перемене. Как это, если в туалет хочется? После урока, сразу говорю. После 5-го? Все. Зависли на радуге. Можно, да? Нет. Когда урок закончится, сейчас вот интересная такая тема идет, а вот ты... И ты, отвлекаетесь. Вот за что я тебе пятерки ставлю, расскажи, за что? У меня папа генерал прокуратуры. Я сейчас ставлю пятерки из-за того, что ты мой... Потому что я красивый, да? Нет, потому что у тебя по-английскому, по-математике всегда идет пятерка. По-русскому у тебя бывают четверки, бывают пятерки. Тебе нужно работать, чтобы не было вообще четверки. Так что уходить пока что нельзя. Я убери свинью. Вышла быстро с класса. Ей можно, значит, она не да? Да чтобы она за дверью стояла. Мешает нам. Так можно в классе за дверью стоять. В классе за дверью стоять можно, понятно? Я сейчас тебе 2 поставлю и родителям позвоню. Не надо. Позвони, позвони, Ири, позвони. Ир, привет. Добрый день. Привет. А как у тебя мама? Как Маша школу закончила? Да. Не удовлетворительно, она хорошо. Значит, хорошистка, да? Да. Удовлетворительная хорошистка. Короче, тройки, четверки. Ручку бери, не видно, зай. Ой, что это такое нарисовала? Это песок, это море. Это такие штучки, которые называются за буйки. За буйки. А буйки вот так рисуются, зай, вот так вот. Не вот так, не горизонтально, а вертикально. Красиво, мне понравилось, зай. Что? Просто возьми, потрогай, просто сама понажимай. У Софии него. Была там болячка. Сильнее нажми. Подожди. У Софии нажми была на ножке сильнее. Болячка, сейчас какой-то пузырь. Это появился, не знаю, может быть, она так играла. Болит сильно или нет? Ты вспомни, что ты вчера сделала с коленкой? Я не помню. Конечно, как ты можешь не помнить, если ударила? Все, давай я сама, зеленка, не надо. Не бойся, щипать не будет. У тебя там просто кожа. Мы эту кожу надо сделать так, чтобы она стала сухая. Успокойся, все. Она сам по себе лопнет потом. Будешь играться, бегать, она тык, незаметно. Я в детстве ножи взрывал, иголочку просто аккуратно сам берешь иголочку, да?
Паша, это не то ты сейчас говоришь. Это не то ты сейчас говоришь. Да как им не то? Ее надо воду оттуда выгнать. Ой, папа. Да не бойся, ничего он не сделает, дочь. Да у нас нет такой иголки, не переживай. Все, зеленочкой помазали. Ну да, я потрогала такое, вы знаете, это вот как натрешь, когда ногу, это обувью, волдырек такой с водой, вот у нее наподобие. Ну не знаю, что это такое. Сейчас вот зеленочкой ей помазали, обработали перекисью, зеленочкой помазали. Не знаю, что это такое. Ну да, у нее там болячка была, но болячка уже как бы проходила. Может быть, правда, то, что бесилась, а тиранула со всей силой эту болячку. Не знаю, посмотрим, что будет попозже, к вечеру. Будем за это, за ней следить. Ну все, обстреляй меня, зай. Ну все, успокойся, все, не бойся, все хорошо. Надо быть к себе более внимательна, София. Если что-то увидела, надо подходить маме говорить, а не молчать. То, что оно у тебя болит. Еще хуже себе только сделаешь, не дай бог. София села позаниматься русской математикой. Потом хочет пойти на улицу. Уже давно что-то она не занималась. Что делаешь, София? Паша сходил, купил фрукты. Купил нектарин и абрикоски. Сейчас попробуем. Задачу решаем. Я тебе сколько раз говорила? По предложению читай. И как-то сперва для себя записывай, рисуй, чтобы ты поняла. А потом уже, как задачу поймешь, делаешь чертеж. Оля на 5 очков больше, чем у Саши. Правильно? Но на 3 значка меньше, чем у Вити. То бишь у Коли на 3 значка меньше, чем у Вити. Правильно? Насколько больше значков у Вити, чем у Саши? Что, я это неправильно написала? Чего ты снимаешь? Сколько часов прошло? Ты мешаешь. Ну давай вчитывайся в задачу. Значков. На 8 значков у Вити больше, чем у Саши. Угу, все. На 8 значков у Вити больше, чем у Саши. Да. Так получается в этой задаче. У кого больше значков? У Вити. У Вити, да. Все, разобрались мы с задачей Софии. Так, вот у нас получился чертеж. Что нужно было чертеж делать. Разобрались с Софией с задачкой. Все, понятно? Да. Все, давайте за стол садись и пиши нормальный ответ. Все, давай, иди на улицу. Аккуратно нога, София, у тебя. Ты картошку убираешь? Я бананы хочу. Бананы? Ну, сейчас папа тебе достанет, возьмет пару штучек. Можно? Да, хватит. А? Можно бананы? Да, возьми, София. Только немного. Я тоже хочу. А, ну бери. Я тоже хочу. Вон там можно было взять. Все, бери связку эту. Ой. Да. О, какая красотень. Да, Паш? Угу. Картошка у нас уже начинает закипать. Паша сейчас уже разрежет селедочку. Это селедка, а вот это скумбрия, да? Это скумбрия, да. Что, в одну тарелку ложите? Ну, давай в одну, я думаю. Нарежем еще овощи, лучок, помидорки, огурчики. И нормально. Картошечка в сливочном масле. И хорошо. Лежим. Ой, Паш, прости. Ой, селедочка. Кстати, селедочка не сильно соленая. Дочь, будешь? Покажи мне лицо свое. Посмотрите, что. Пришла с улицы. Нога это качели. Что делала? Раскручивала и ударилась. София, поосторожнее, пожалуйста. Ребята, а вы не заметили? Я сидела вон там, угу. А теперь я сижу здесь. Да. Поменяла, да, место? Понятно. Так, друзья, ну ладно, всем желаем хорошего вечера. Всем приятного аппетита. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, оставляйте свои комментарии. Откройте рубрики. Ты что? Все, накупалась, София? На улице набегалась? С кем игралась?
Не слышу. С подружками. Покажи ножку. Где у тебя ножка болит? Вот видите, какой-то волдырек у нее. Болит вообще? Сильно болит? Вот сейчас болит, ты его не трогаешь? Когда трогаешь, болит, да? Надо аккуратненько. Так, друзья, ну все, мы будем ложиться отдыхать. София уже искупалась, мы ее просто ждали. Сейчас будем постель стелить. Вот. А? Ну ты бананчик скушаешь? Вот, я пока как раз это постелю папе постель. Надо ложиться рано. Завтра нам нужно рано вставать. Поедем с Пашей по делам. Вот. Так что нужно ложиться отдыхать. Ты где был? Секретики. Какие секретики? Большие секретики. В тубзике. Так, ну ладно, друзья, всем пожелаем спокойной ночи, всем приятных снов, будем тоже сейчас ложиться отдыхать, вот, всем. Не трогай ее, балдырь, не надо, не надо, он шутит. Не надо, Паш. Все, давайте пожелаем нашим зрителям спокойной ночи и будем тоже готовиться ко сну. Поставьте лайк, чтобы он не трогал. Подними полотенце. Тебе не больно? Волосы не тянет? Не больно? Волосы, говорю, не тянет? Понятно. Так, ну все. Всем желаю приятных снов. Всем пока-пока. До завтра. Да, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем пока-пока. Всем пока.